Под противоправные действия нарушителя попали жители одной из многоэтажек деревни Сапронова. Велосипеды они хранили в специально предназначенном для этого помещении, расположенном на первом этаже. А что дальше с велосипедами сделали? Велосипеды продал. А денежные средства потратили? Что-то осталось, что-то потратил. Задержали преступника вблизи одной из купок города Видное. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным приговором передано в суд.